О работе блока ЖКХ, в том числе в праздничные дни, поговорим в среду в программе «Открытый муниципалитет». Для беседы мы пригласили заместителя руководителя администрации Химок Алексея Виноградова. Как будет осуществляться уборка подъездов, дворов и улиц? Куда обращаться в экстренных случаях? Если у вас есть вопросы, звоните в студию прямого эфира по телефону 8 495 204 40 73. Начало в среду, 23 декабря в 19:30.